Сегодня же глава республики обсудил с аграриями и меры противодействия птичьему гриппу. Вспышки заболевания выявили сразу в трех районах – Комсомольском, Батыревском и Яльчикском. Михаил Игнатьев поручил принять все меры, чтобы грипп не распространялся дальше. На подъездах к пострадавшим территориям установили запретные зоны. Специалисты приступили к дезинфекции заразных территорий. Предположительно, источником распространения заболевания могла стать Павловская птицефабрика Нижегородской области. В специализированной лаборатории сейчас выявляют конкретный штамм гриппа.